смерти на щедрый вечер. Еще один пожар произошел вчера на поселке Котовского. Горел пункт приема макулатуры. Пожарные отреагировали оперативно, но спасать было уже нечего и некого. Вагончик с бумагой сгорел дотла. На месте пожара спасатели обнаружили труп пожилого мужчины. Предположительно, это был работник самого пункта приема макулатуры. Личность которого оперативно-следственными мероприятиями устанавливается. Причина пожара – предположительное неосторожное обращение с огнем погибшего. А внутри сгоревшего вагончика была установлена самодельная печка-буржуйка. Спасатели предполагают, что именно она могла стать причиной пожара.